Христос воскрес! Мы собираемся в церковь. Степаша, кс-кс-кс. Кому что, а Степаша лишь бы завтрак на тарелке был. Ребят, я вам обещала показать корзинку, которую я украшала сама. Витя ее подшаманил. И очень много лет он ее подклеил уже. Ну как, она не разваливается, но, знаете, где-то там соломка провалилась, где-то там, может быть, надломалась. В общем, Витя ее подшаманил. Вот такими вот цветочками я ее украсила. Особенно мне нравятся вот эти вот, я не знаю, что это, наверное, калина, рябина. Но она в таких, знаете, как будто бы инеем таким вот посыпана. Мне она очень нравится. Розочки, потом вот такие вот зелененькие веточки. Я ее уже пригрузила, корзиночку, она уже тяжеленькая, там все лежит. То есть мясного чуть-чуть, все, что я наготовила. Кусочек почеревочки, два помидора, один апельсинчик, огурец. Вот, пасочки отдельно поедут в пакетике. Яйца тоже там в пакете. Потом выложу вот в такую вот тарелочку все яйца. Вот, и у нас свечечки есть. Или там купим, посмотрим, как получится. Вот такая вот корзинка, ребятки. А укрыта она будет вот таким рушничком, который я сама вышивала. Сейчас покажу. Мотаю телефоном, извините. Это вот такой вот рушничок я вышивала. И я им всегда пользуюсь. Укрываю корзиночку. Он маленький такой, небольшенький. Не обвисает, так скажем, вот так вот на серединку он ложится хорошо и очень хорошо смотрится. Одеваться будем тепло, потому что на улице всего лишь 10 градусов тепла. Солнышко светит, поздравлялки идут в телефоне. Сейчас тоже всем обратно поздравлялки покидаю. Кому надо, позвоню. Придем домой, переоденемся, потому что будем одеваться прям тепло. Я и на голову что-нибудь покрою, и курточку потеплее, и обувь кожаную одену, потому что не хочется. Я всегда помню этот день, и все подмерзают. Во-первых, утро, во-вторых, ну я не знаю, утром всегда свежо, согласитесь, правда? Поэтому лучше я оденусь и там расстегнусь, чем я буду стоять и мерзнуть. Так, все, мои хорошие, всем хорошо сходить в церковь, кто ходит, постоять, послушать колокола, звон, поздравления друг другу. Ну, все, я вам вчера это говорила, и желаю вам, чтобы все у вас получилось, все сбылось. Всем светлого, хорошего дня, светлого воскресенья, светлой Пасхи. Христос воскрес! Надо три раза говорить. Христос воскрес! Христос воскрес! Жду ваших ответов, жду ваших поздравлений. Всегда с вами Витя, Лена и Степан, который пошел уже в туалет пошуршать. Все, мои хорошие, на хорошей нотке заканчиваю. Все, что будет там происходить, я вам попытаюсь показать. Доброе утро всем! Христос воскрес! Ребятки, мы у церкви стоим уже, наверное, сейчас. Ну, еще минут 40 стоять. Сейчас будем стоять, ну ничего. Ну, сегодня хорошо, что нет ветра. Пока с утра нет ветра. Будем надеяться, что сегодня будет солнечный. Хотя стоит солнечный день. Будем радоваться солнечному дню. Да. Погода отличная. А Леночка крупнее за нами. Солнечный. Да что я ближе. Потому что хороший человек должно быть много. Ближе телефон. Вот так это, видишь? Платочек ходила. Свежо. Ну как свежо? Мы под деревцем стоим. Под горишком стоим. Красота такая. Вітру немає. Світленько одягнені. Хорошо, удачно. То й добре. Христос воскрес. Дождались. Сейчас выйдет батюшки. Тут их выходит не один.
То есть, если в два ряда люди стоят, то идет по одному ряду, по другому ряду. И обильно-обильно окропляя святой водичкой все, что мы принесли до церкви, и нас теж. Все, ребята, мы мокренькие, Витя мокрый, так хорошо, батюшка, такие він на позитиве, мы его любим, этого батюшку, він всегда на позитиве, всегда поможет, подскажет. Витя меня ведет, каже, Лена, там такая красота, да. И мы по травичке. Вам и Оленке красоты наши показать, вот так. Природа дуже густо. Витя зря не скажет. Дуже гарно, сейчас побачите. Сейчас идем. Посмотреть, что ж там за красоты. Ой, как хорошо. Тепло. На ветра души. Нет, на душе светло, легко. Легко. Да. Небо чистое. Что же это за дерево такое? Христос воскрес! Поистине воскрес! Ага, такое нежненькое, да? Красивенькое. Ага, вот она. А запах, ребята, гляньте, какая красавица. А? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Хочется под нею стоять и дышать. Краса чудова. Да, медовый, видишь? Пчелки. Пидожди, утро рано, они еще спят. Они похристосались и спят. Они сейчас уже разговеются. Все, мои хорошие, мы бежим домой. Красота, Витя, такие ветки прямо объемные, красивые цветы. Ребятки, мы дома, сейчас мы быстренько-быстренько разговеемся с Витей. Порезала совсем по чуть-чуть все того, чего я наготовила, то есть сало, колбаса, рулет, курочка, рыбка у меня здесь и копченая, и скумбрия, буквально по два кусочка порезала, овощи подсоленные, яйца красавцы, пасочка, редисочка, соль, Степан. И сейчас мы быстренько завтракаем, и за нами подъедут, и мы едем в гости. А потом поймете, к кому. Все хорошее мои, заканчиваю. Все, что будет, будет возможность снимать, конечно же, будем снимать. Не будет, ну вот так оно и будет. Еще раз всех с праздником. Всего вам самого доброго, теплого, хорошего, мирного. Пускай этот праздник принесет нам самое главное, знаете что. Всего вам хорошего. Спасибо вам за просмотр видео. Спасибо вам за комментарии, за лайки. Витя вам передает огромный-огромный привет. Витюшка, передаешь? Христос воскрес! И подтягивайтесь к нам на канал, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось наше видео. А мы садимся быстренько сейчас разговеяться.